Определиться с будущей профессией проще простого. В школах региона стартовал проект «Билет в будущее». Создан он для учащихся с 6 по 11 класс, чтобы подростки осознанно решили, чем хотят заниматься в будущем. В 101-м губернаторском лицее проект проводят не первый год. Этот проект помогает детям не только познакомиться с миром профессии, что, в принципе, происходит с классов начальной школы, но и окунуться непосредственно в профессиональную деятельность, познакомиться с такими компетенциями, как soft skills и hard skills, ну и, так можно выразиться, примерить данные профессии на себя. Первым делом школьники проходят тестирование или по-научному профориентационную диагностику. На основании вкусов и интересов ребят подбираются наиболее интересные для них профессии. Среди направлений, естественно, научное, информационно-технологическое и гуманитарное. А это более 60 компетенций, среди которых фотография, дизайн одежды и аксессуаров, эстетическая косметология, робототехника, мехатроника и другие. На занятиях учащиеся проводят опыты, собирают роботов, занимаются программированием, участвуют в мастер-классах и квестах. И лично мне этот проект очень помог, потому что я участвую в нем не первый год. В прошлом году я участвовал в этом проекте, посещал различные вузы нашего региона, участвовал в различных тренингах и смог выбрать ту профессию, которая ближе именно мне. Это профессия педагога. Я собираюсь поступать в педагогический вуз. Напомним, что проект входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.